Петр, у меня такой вопрос. Жанна Глушакова, рекламное агентство «Ирус». Вначале было с вашей стороны высказано непонимание, с какими агентствами или с какими заказчиками и клиентами работает Валентин Анатольевич, ему приходится сталкиваться. То есть с точки зрения их как бы непонимания, неприятия рекламных идей и прочее. Я, работая с такими заказчиками, я восстанавливаю за счет Валентина Анатольевича. Мне непосредственно и практически ежемесячно приходится сталкиваться с такими клиентами. Причем, я скажу так, есть, наверное, в рекламном бизнесе.